Итак, всем привет, с вами Тед и наша очередная новая рубрика, достаточно прикольная. Я надеюсь, много кто посмотрел о приключениях, собственно, будущих Кая, да, то есть Кай, наш подписчик, вот, согласился на такой эксперимент и будет играть три билда с ботами, которые я ему дал, да, как бы страшно это ни было, там, чизерские билды и все такое. Так, сейчас вот так вот. Что же делаю я? Я присоединяюсь к его челленджу ради прикола. И опять же, посмотрим, интересно ли вам будет, как, собственно, я смогу продвинуться и как будет продвигаться по этой системе абсолютно новичок. Единственное, что ему я предложил играть сначала один день. Кстати, кто не смотрел видос, обязательно смотрите. Предложка, ссылки в описании, в комменте закрепленном, короче, везде. Можете посмотреть, чтобы понимать, о чем идет речь в этой серии точно. Вот. Собственно, он должен сыграть сначала идеально против бота, каждый из билдов, что я ему давал. Затем он должен уже прыгать на ладер, да, с этими билдами и там наигрывать. Ну вот. Почему именно эти билды? Все очень просто. То есть нужна дистанция и нужно максимально себе упростить игру, да, чтобы научиться базовому микроконтролю и базовому пониманию игры в будущем, основываясь на вот этих реплеях. То есть реплеи с чизовых всяких игр дают нам отличную базу, которую можно поанализировать, посмотреть, как отбиваются от наших чизов, что это не так мощно, ну и так далее. Вот. Ну и здесь же, получается, мы играем 16... в общем, Линк Флут против Протоса. Пуш с тараканами против Тирана. И 12-й пул плетки против Зерга. Вот, я просто на данный момент буду все это на ладере наигрывать. У нас с ним на данный момент схожий ММР. Поэтому это должно быть прикольно. Посмотреть, как бы, какие будут у него успехи, какие будут у меня на всех этих стратегиях. Вот, обязательно, конечно же, выйдет и следующая серия. И Кай будет продолжать всю эпопею. Вот, но мы видим, как раз соперник играет неровно, да, и Кай мне уже сегодня на самом деле писал, что вот он играет, у него по сравнению с его игрой винрейты просели. Да, то есть... Ой, скорость забыл. Заболтался. Ну ладно, ничего. Будем позже тогда атаковать. Вот. То есть ему, когда он играл без билдов, своими кривыми там этими стратками, было проще побеждать. Ну, я объяснил, что это нормально абсолютно. Когда тебе проще побеждать, потому что, ну, ты, когда играешь вот эти свои стратегии, получается, ты играешь и побеждаешь игроков, ну вот, из серебра,
да? А это страты, которые работают вот в ГМЛ, то есть на финале турниров их используют. Вот. И почему просто так не играют на финалах турниров? По одной простой причине. Ну, зерг, просто играющий в экономику, их сожрет. Да? Абсолютно без разницы, что там будет происходить. Вот. Самое главное, как я ему сказал, это инъекции, 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 траты ресурсов. Вот. И смотрите, сколько мы смогли подкопить вингов. То есть приходят линги и все сжирают, собственно. Главное продолжать делать инъекции. Вот. И ну, эта серия будет, собственно, где я эти же билды играю в течение где-то часа. Вот. То есть, остальное все время я их не тренирую, не пытаюсь, поэтому они будут где-то кривые. Что, собственно, и доказывает, да, всю эту теорию и идею, что нужно уметь играть ровный билд, с ним будет намного проще. Но при этом... Даже если вот на этом этапе еще где-то я что-то делаю криво и неправильно, это не критично. Это не критично. И в целом, ну, проиграть нормально. Вот, основная идея — попытаться попасть в какую-то непонятную ситуацию, да, то есть, потому что у Кая я реплеи еще не смотрел, да, то есть я сделал только одну тему. Я сказал, ты пока наигрывай. Нормально, что у тебя винрейт просел. Вот. Главное, следи за таймингами и за всем остальным. Вот. Потому что очень часто есть такое, типа, психологическое: о, да, я все правильно ровно делаю. А по факту нет. По факту ничего ровно не получается. То есть по факту все на самом деле криво. Мы прибегаем в 3.40, но у нас там 4 собачки, например, а не 20, как должно быть. Вот. По этой причине именно моя методика — это очень-очень жестко с ботами наиграть сначала. То есть мы в первую очередь вытачиваем тайминги, и потом, делая все по таймингам ровно, мы уже начинаем совершенствоваться в игре, да, в принятии решений, в каких-то других аспектах. Вот, что мы делаем с собачками? Мы идем и разведываем. Смотрите, происходящее.
посмотреть, нету ли прокси баз. Прочей всякой ереси. Вот, и в этой игре у нас все ровно. 3.20 выдвигаемся. Скорость доучивается. Сидим пилон. И сразу же наверх. Кидаем зелка. Пройдем пилоны. Включаем ему, соответственно, старгейт. И на этом игра заканчивается. Вот. Также все вот эти видосы, они будут полезны Каю. Да? Поэтому конкретно, если вы болеете за Кая, чтобы он показал, да, что новичок, который играет буквально пару месяцев, с правильным подходом. Придача, заметьте, за зерга, да, я ж не зерг, да, я в основном, я могу процессов очень много всему научить. Ну, то есть за зерга я многих вещей могу не знать. Вот, но тем не менее, опять же, довести новичка до мастер-лиги, ну, я считаю, без проблем должно все это произойти. Вот. Поэтому интересно. Интересно будет и самому это поиграть. Вот. Но серия будет вот эта вся продолжаться. Если вы, ребята, будете кидать лайки. Да, то есть 100 лайков на видосе равно следующая серия. Вот в данном формате. И поправочка, да, то есть это не значит, что как только 100 лайк появляется, автоматически открывается следующая серия, да. Так, у нас 12-й пул. Вот, это значит, что я начинаю работу над следующей серией, да, то есть записываю, собственно. Я следующую не держу в записи. Я делаю клевую серию на часик. И затем мы проверяем, если интересно вам все это дело. Да, как вы можете это показать? Комментом и лайком. Вот, и когда я, получается, вижу комменты и лайки, и мне приятно, да, сразу же, типа, о, всем нравится. И значит, что можно поработать над этой серией. По-моему, так надо будет потом пересмотреть. Вот, это первое. А второе, это то, что... Так, вот так, по-моему. Чук-чук-чук. Поехали. Рано поехал или нет? Мы сейчас узнаем. Вот. Второе, это вы показываете Ютубу, да, что вам интересно. Ютуб такой смотрит, о, раз это интересно такому-то количеству людей. Значит, можно показать еще кому-нибудь. Пока не знаю, пока что Кай жаловался на ЗВЗ, что на него срывают рабов, и он проигрывает. Конкретно с этим парнем такого не произошло. Come down.
Вот, он не спустил всех рабов, и мы выжили. Чуть позже надо спускать, рабочих будет вниз. Вот. То есть вы своей активностью именно в комментах и лайках, и в том, что вы смотрите видос сначала до конца, да, то есть даже... Вам не интересно, но вы хотите поддержать серию, то есть вам интересно как бы 10 секунд, например, этой серии, типа получится или нет. Но если вы оставите видео просто прокрутиться, посмотреть, вы этим помогаете. Тера, вот мы и словили все расы. Вот, цель видео, опять же, это либо... где-то плюс-минус час игры, либо плюс-минус там платина, да, по лиге. Я не хочу сильно далеко убегать от Кая. То есть у него пока золото 3. Да, чубинрейт у него просел. Вот, то есть добегаем до платины. Дальше, ну, больше интерес, опять же, показать платина-алмаз в момент, когда он подымет платину. Вот. Ну, пока что никаких сверхъестественных действий не происходит с моей стороны. Мне кажется, любой может взять вот эти билды, повторить, если вы все еще так же, как и Кай, где-то в районе серебра-золота. Ну, мне кажется, вот эти билды вам прям помогут и порешают все ваши какие-то проблемки. Вот, придачу сейчас покажу альтернативную версию этого же билда. Да не будем пока ничего альтернативничать, зачем? Чистую версию показываем каждый раз. Три рабочих там по плану. Смотрите, второй базы нету персонажа. В такой момент нужно суметь еще принять решение. Но все равно будем идти как-то ломать. Плюс-минус. Я много очень заказал этих. В чем смысл этих, опять же, билдов?
том, что мы как бы играем две базы вслепую, и мы готовы отбиваться. То есть, вот я не успел прийти, но я готов к однобазовому малыну. В этом красота, в этом красота этих билдов, и мне понравилась вот эта игра, потому что она продемонстрировала, в чем именно смысл, почему я подобрал именно вот эти билды для Кая. Потому что когда мы начинаем играть, это сейчас мы смотрим повтор. Напоминаю всем, кто не знает, что такое повтор и как он выглядит. Смотрите. То есть, если мы играем и правильно разведываем, то есть мы начинаем играть так же. Мы начинаем с ката, проверяем овером прокси-бараки. Этим желательно тоже прокси-бараки проверять. Потом летим уже только там на разведку. Вот. Первыми лингами отбиваем рипера, например. Приходим, смотрим, есть у него база, нет. Если нет базы, мы начинаем строить... Чуть-чуть по-другому мы делаем. Мы начинаем строить королев там. Дополнительную защиту. Но мы точно так же строим здание для защиты. Это Roach Warren или Bailing Nest. Обычно Roach Warren. Мы абсолютно, то есть, делаем вот все то же самое. Да, если мы видим однобазовую игру. Но здесь мы не принимаем этого решения. В этом красота билда. И у нас здесь прокси-хата, с ней контратаковать потом проще. И, по сути, играя вот этот билд, потом, когда вы играть начнете уже стандарт, который подразумевает там третью здесь, четвертую, да, базу развития, вы все равно, если вы встречаете однобазового терна, вы играете вот это. То, что здесь происходит. Да, то есть вы ставите так вот Roach Warren, и вы отсюда начинаете копиться, только дома ждете, естественно, и, ну, готовитесь. И вот этот вот навык именно игры вот в этот билд поможет вам в будущем играть стандарт. Потому что все начинается как со стандарта, только против нас однобазовый терн. Поэтому нам нужно, соответственно, принимать какие-то меры и готовиться к атаке. Все, вот мы готовы. Вот он приходит к нам с одной базы. Нас больше на 20 лимита. Атакуем, убиваем. Готово. Идеальная демонстрация. Так, ММР главное проверить. 2700, еще недалеко от Кая улетели. Можно еще поиграть немножко. Но в целом мы словили уже Протоса, Зерга и Терана. Еще немножко, наверное, подымаемся. И пауза. Так, Зерг, по-моему. Ну, с Зергом у нас все просто. Зергом у нас все просто. Вот, то есть если какие-то билды, я прям четко возьму и скажу, не работают, там, естественно, их будем менять. Будем предпринимать какие-то решения. Минуту 20, наверное. Да, вот эта собака заказывается. Thank you.
Ну, в принципе, вот и все. То есть здесь нужно немножко контролить. Здесь нужно немножко что-то делать. В чем смысл этого билда, опять же? Вот мы, кстати, и в платине третьей. 2800 ММР, супер. Супер круто. Давайте посмотрим этот реплей. На этом как раз закончится эта серия. А в реплее я расскажу все истории, почему. Почему это круто, как это работает. Вот. Тут опять же, ЗВЗ, это матчап, который... Зеркалка. Здесь нужно понимать все тонкости не только самой по себе зеркалки, но и игры. Да, то есть здесь важна каждая собачка, каждое действие, которое мы делаем. И зеркалки круче учиться играть против игроков, которые их умеют играть. Вот это вот прям факт. Да, то есть лучше дойти максимально докуда ты можешь дойти по ММРу и затем начать играть уже зеркалки. То есть я считаю, что нету смысла учиться играть правильно зеркалку на вот этих рейтингах, потому что ее не умеют играть. Да, и вы будете играть, ну, не в правильную игру и не будете понимать, что происходит в нормальной. Поэтому всегда проще взять какой-то простой билд и научиться вот так вот чизить, посмотреть, как его отбивают. Да, посмотреть, каким образом соперники смогут от вас отбиться. Потому что, ну, опять же, этот чиз используется на GSL, на финалах, турнирах, потому что он работает. Он работает, его суть, главное здесь поставить три плетки и дать двум достроиться. То есть мы не вступаем в бой максимальное долгое время, пытаемся выиграть время, чтобы достроить плетки. И как только достраиваем, все, с ними вместе деремся. Вот такая вот простая, полезная стратегия. Вот, на этом эту серию мы заканчиваем. Напоминаю, ребят, понравилось, ставим лайк обязательно, пишем комментик. Ну и всем до новых встреч, с вами был Тед.